Ребятушки, привет из Витебска. Надо сегодня поскрывать немножечко последних приобретений, а то что-то они начинают собираться, и мне это не нравится, потому что покупаешь и не раскрываешь машинки, это для меня не свойственно. Начну сегодня я с Кадиллака Сивиль. Почему? Потому что эта модель действительно мне нравится. И вот эти вот старые американцы, они... Но не классные. Они в каких-то моментах спорные, но они такие, что их нельзя не обсуждать, скажем так. У нас Cadillac Seville 82 года. Я сейчас сразу... Давайте тогда вот это вот его первое появление откроем. Мне нравится, как выглядит сам настоящий автомобиль, поэтому и модельку, конечно, тоже я хотел приобрести. Причем, если вот первое появление, оно у нас в таком вот классическом цвете, ну, то есть, в принципе, где-нибудь на просторах Ютуба можно будет найти автомобиль в таком окрасе и немножечко интересности про него послушать, то вот синий, кстати, вот этот вот очень интересно смотрится, но они прям вот кардинально тогда отличаются и... Круто. А вот этот вот эксклюзивчик опять. Для какой же там сети они вот красный цвет этот делают? Ну, в общем, в принципе, если честно, только из-за своей эксклюзивности он интересен. Красный как-то ему вообще не к лицу. Возвращаемся к Кадиллаку. Замечательный Кадиллак Сивиль. Вот это вот красота. Здоровая морда, клыки. Вот это вот нестандартное сзади решение. Как оно там правильно называется? Если я не ошибаюсь, лезвие бритвы. Вот этот вот багажник. Он такой немножечко спорный был. И когда модель вообще в принципе вышла, некоторые очень странно отреагировали на форму этого автомобиля. Ну, в принципе, понятно. Скажем так, вот даже мне, если спереди прям вообще шик-блеск красота, то сзади уже как-то так немножечко необычно смотрится. Хотя мне кажется, достаточно интересно. По мне неинтересно смотрится вот этот вот Fiat. Как его там? Мультиплекс, мульти-мульти. Картиночку сейчас покажу. Вот это вот странненько. Вот это интересно. Вот, этот, вот тот Fiat, кстати, это, по-моему, самая странная модель, если ты считаешь, у тебя есть какой-то топ странных твоих нелюбимых моделей, тоже обязательно напиши, хочется посмотреть, потому что иногда такие прикольные экземпляры выскакивают. Но вот пока вот это вот, как по мне, самое старое, самое странное. Так... Сивиль. Что я знаю про Сивиль? Вообще, само название Сивиль впервые появилось в 56 году и обозначали роскошной комплектацией Эльдорадо. Вот, и использовались на протяжении 56-60-х модельных годов. Вот, потом немножечко про это название подзабыли, и вот уже в 75-м для первого поколения, вышедшего в 76-м, это вот стало вот прям вот настоящее название Cadillac Seville. Так, если вкратце по поколениям, как по мне, дальше уже не интересно. Первое поколение шикардос, второе мне тоже нравится, В 79 году было представлено второе поколение, в 85-м дебютировало третье, уже начал немножко так видоизменяться. В 92-м четвертое, которое в принципе основывалось на концепт-каре Voyage 88 года. Ну, это уже, ну, не Кадиллак, не Сивиль. Ну, в 97-м пятое. Это уже тоже, пока внутрь не сядешь, в принципе, не понимаешь, что это Кадиллак. Это как по мне. Исключительно по картинкам. Естественно, я не сидел во всех пяти поколениях этих Кадиллаков. Внешне, как по мне, интересно первое и второе. Вот это вот шикарно. Несмотря на вот все эти вот странные решения, сделанные в этом Сивиле, которые сами, в принципе, вдохновлялись Rolls-Royce 30-х годов, ну, я думаю, видно, и
более современных ягуаров и роверов. Вот. Сивили вызвали ряд подражаний. Это вот Chrysler Imperial и Lincoln Continental. Поэтому, да, в принципе, если бы моделька висела, я бы не видел надписи, я бы видел только передок, я бы издалека даже я бы не сказал, что это Continental или Civil. Не настолько я прям вот вижу все эти различия, особенно издалека, на такие вот всякие нюансы не обращаю внимания. Так, чуть-чуть поболтали и, собственно говоря, саму модельку смотрим. Слушайте, замечательно, у меня попалась отличная модель, отлично прокрашена. Ну да, конечно, вы там полгода назад, да, уже все эти модельки открывали, я только сейчас. Поэтому я сейчас сразу и открываю и перевыпуск в синеньком цвете. В этом что-то есть. Этот синий цвет ему однозначно идет. Не нравится. Прям по-другому выглядит. Да, пожалуй, даже я вот сейчас пытаюсь вспомнить те видео, когда я видел Сивиль где-то у кого-то, такие вот более коричневые тона, вот такой вот синий с голубым. Интересное решение. Мне нравится. Модель шикарная. Они и сами автомобили, и модельки. Ну, такая вещь должна быть в коллекции. Даже если ты там, не знаю, ЖДМщик до мозга костей, по-моему, какой-нибудь Сивиль один в коллекцию, ты просто вот должен купить. Вот у тебя там, к примеру, 1500 ЖДМов, но вот, скажем, 20-30 каких-нибудь таких вот чуть ли не классических изданий американского автопрома, мне кажется, у тебя должно быть. Но это же круто, это же вещь. Давайте крутить. Как же я рад, что и российский автопром тоже здесь представлен в этой линейке Hot Wheels. Это же... А, не, простите, это же джип 57-го. Ладно, может быть, так сразу и не видно. Надо... Возьмите в интернете, посмотрите пару фоток. И если бы здесь еще одним цветом закрасить... Ну, короче, ребята, это у вас буханка. Ну... Причем, я считаю, буханка просто сделала прорыв, потому что совсем недолго эти джипы выпускались, в отличие от УАЗика. Это просто бомбический успех, как по мне. Так, джип. ФЦ, Forward Control, по-моему, переводится это. И вот здесь спереди. Ну как, теперь похоже на буханочку? Ну, конечно, похоже. А еще, если сзади кузов добавить... Кстати, модельки исполнения очень прикольные. Вот, и когда этот джип представили, он рекламировался в первую очередь как рабочее транспортное средство для промышленности, коммунального, военного, гражданского использования. И из интересностей обычные кузова для перевозки грузов были стандартными, но клиентам предлагалось множество специализированных кузовов, прям одобренных джипом от других поставщиков. И вот они варьировались от простых платформ до там, эвакуаторов, самосвалов и даже пожарных машин. То есть, типа такой универсальный джипяра был.
Ну, в принципе, как и наша буханочка. Так, и несмотря на то, что это у нас прям не видно, что это такая достаточно крупная машина. Не, моделька занятная. Мне нравится, когда выходят новые интересные модели у ХВшек. И это тоже достаточно интересно сделано. Пару или... Ну, мне много не надо. Новая модель, даже из пластика. Вот пару интересных деталей на кузове отлили. Ровно хотя бы, чтобы аппаратики все прокрасили. И мне этого достаточно. Симпатичный цвет, интересная модель. Все. Милаш. Вот такой вот милаш из 57-го года. Очень прикольно. Это тоже, вот тоже та модель, которую, если ты именно ХВшки собираешь, особенно если ты какой-нибудь такой собиратель, коллекционер, называй себя как хочешь, и у тебя нету такого конкретного направления, а вот ты любишь интересные модели, вот это вот точно должна быть. Поэтому давайте крутанем. Так, и теперь давайте что-нибудь необычненькое возьмем. Все, смотрел я на эту модель как-то в магазинах и решил ее все-таки взять. Пока это свежая, кстати, тоже модель, относительно, естественно. Только в двух цветах представлена. Очень интересная вещица, внешне напоминает очень сильно Давансинатор. И... передняя часть, как говорит нам Hot Wheels Wiki, очень много позаимствовано именно от модельки Hot Wheels'овской Corvette C8R, по-моему, если я не ошибаюсь. Там есть какие-то схожие эти варианты отливок. Надо открыть, посмотреть. Черный вариант по картинкам, мне кажется, намного лучше, чем второй. Хотя, конечно, я бы хотел, чтобы они еще попробовали вот эту вот пластиковую часть, она у нас сейчас оранжевая, чтобы они попробовали, поэкспериментировали с другими цветами. Но вообще смотрится прикольно. Вот так вот спереди этот оранжевый пластик. Да, вот какой еще какой-нибудь цвет. Хотя оранжевый достаточно прикольно. Опять-таки, как Hot Wheels Wiki нам пишет, что это у нас футуристичный ход-род в стиле киберпанк. Ну, в принципе, что-то есть. Типа сзади отсутствует крышка, что обнажает двигатель. Ну, как... оранжевый, ну... Пум-пум-пум-пум. Да, с цветами им точно надо поиграться. Так моделька выглядит очень даже, кстати, прикольно. Такой достаточно интересный спортивный автомобиль с отсутствующей задней крышкой. Прикольно. Вот в черном цвете точно нужно оставить и нужно поиграться с цветом пластика. Очень жаль, что это вот одна единая часть. Я бы ее как-нибудь хотя бы разделил, то есть двигатель сзади, может, какой-нибудь другой цвет окрасил, а все остальное вот так. Ну, интересно покрутить. И то есть, если вы не собираетесь прям ее покупать, это не в ваших таких хотелках прям первоочередных. Если где-нибудь увидите на скидочке, то я бы взял. Это, знаете, как на Wildberries какие-то невостребованные модели. Постепенно цена снижается. И такая намного ниже среднерыночной становится. Вот это самая тема, чтобы покрутить в руках, посмотреть.
Потому что действительно занятная вещица. Ну-ка, давайте крутанем. Вот такое вот замечательное, запоздалое пополнение в таких модельках. Шикарные, я бы даже это сказал так. Шикарные, интересные и занятные модели теперь появились в моей коллекции. И это великолепно. Ребятушки, спасибо за просмотр. Живите и процветайте.